Привет, друзья, как я вам говорил в понедельник, что сегодня мы с вами поговорим о топ 10 самых ожидаемых кинофильмов 2014 года. Но в последний день я решил изменить тему, и сегодня мы поговорим о сочинских олимпийских играх. Итак, мы начинаем. Олимпийские игры — хуйня. Именно так может сказать каждый человек, который никогда не смотрел Олимпийские игры. Но хочу сказать, что Олимпийские игры — это самые масштабные игры в мире, которые проходят раз в 4 года. Прошлые Олимпийские игры проходили в 2010 году в Ванкувере, а в 2014 году они будут в России, в Сочи. Ура! Если вы смотрите это видео сегодня, в понедельник, 3 января, значит, до Олимпийских игр осталось всего 4 дня. 7 января будет церемония открытия долгожданных Олимпийских игр. Сегодня в этом видео мы поговорим с вами о зимних Олимпийских играх. Я скажу вам интересные факты, статистику и интересные истории с Олимпийских игр. Количество стран-участников в Олимпийских играх в Сочи — 90. Количество спортсменов — 2800. Разыгрывается 98 медалей в 7 видах спорта. А знаете ли вы, что на проведение Олимпийских игр в 2014 году претендовали такие страны, как Республика Корея, Австрия, а также Россия, и из них выиграла Россия. Олимпийские игры будут проводиться на этих объектах. Церемония открытия и закрытия Олимпийских игр будет проводиться на стадионе ФИШТ, Белый ледовой дворец, Шайба — ледовая арена, Кёрлинговый центр — ледовой куб, Айсберг — ледовой дворец спорта, Адлер — арена, Лаура — лыжный биатлонный комплекс, горнолыжный центр — Роза Хутор, Русские горки — трамплин, Санки — санно-бобслейный комплекс, экстремальный парк — Роза Хутор. Ровно до 100 дней до начала Олимпийских игр открылся официальный магазин атрибутики, а также запустили часы, которые свидетельствуют тому, что через 100 дней начнутся Олимпийские игры в Сочи. За день до открытия Олимпийских игр пройдут такие соревнования: сноуборд, фигурное катание, фристайл. Члены жюри будут из таких стран, как Франция, Италия, Швейцария, Швеция, Испания, Канада, Япония и Италия. Символика Олимпийских игр. Как я и говорил, церемония открытия состоится 7 февраля, а церемония закрытия — 23 февраля. Желаю вам сходить на Олимпийские игры, если вы в Сочи, если вы в России, съездить в Сочи, а если вы из других стран, смотреть по телевизору. С вами был Вова Бура на канале Инсан Студия. Встретимся в следующий понедельник. Дорогой зритель, ты только что посмотрел это видео. Ты можешь поставить палец вверх, прокомментировать или подписаться на канал. Но что самое главное, зайди на этот канал в понедельник, чтобы увидеть топ-10 самых ожидаемых кинофильмов 2014 года. Пока-пока.